И здесь тоже скалолазы. Тоже красивый пляж здесь, очень красивый. Вот с этой стороны я пришел, вот этот душ. Через там тропинка такая, ну пройти можно, но, наверное, Надя прошла. Первый раз. Пошел сам. Здесь тоже очень красивый пляж. Тоже интересные горы необычные. Очень нравится. Восточные, западные рейды. Наверное, восточные. Этот западный, тот, наверное, восточный. Очень красивое место. Здесь конец пляжа. Маленькие острова на въезде. Большая скала с пещерами огромные. Интересно, что там внутри. Посмотрите.